Всем привет, дорогие друзья и обычные обыватели Ютуба, с вами Кот и добро пожаловать на прохождение игры Cry of Fear. Всем приятного просмотра. Значит, сели мы в поезд и, в принципе, направляемся уже домой. Так, и, значит, здесь нужно что-то положить в этот ящик. Пока неизвестно что, но, в принципе, поехали это что-то искать и, значит... Там какие-то шорохи, звуки были, и я, похоже, начинаю догадываться, что, возможно, появятся в скором времени монстры! Черт! Боже мой! Какая это жесть! Так, ух-ух-ух-ух-ух, так, спокуха. Так. Вау-вау-вау! Отвали, мужик! Так, спокойно. Я не знаю, насколько они опасны, дорогие друзья, но чувствую, что опасны. Поэтому давай-ка сейчас аккуратно продвигаться. Так, опа, винтова! Винтова, боже мой! Спасибо тебе большое, игра, за такой приятный сюрприз. Так, хорошо. Так, включи свет. Так, что у нас тут дальше? Так, давай-ка двигаться. Смотри, мы уже в городе едем. Тут красиво, но есть одни проблемы. Тут какая-то хрень происходит! Тут какая-то хрень происходит! Так, тихо. Да иди ты. Так. Ух, что-то жутко. Так, хорошо, тихо, тихо, аккуратно. Так, опа. Так, спокуха. Вот жопа-то. Свали. Так. Вот черт. Так, подожди-ка, давай-ка все-таки полечимся. Шприцов у нас, в принципе, предостаточно для лечилок. Так. Окей. Подобрана ступня. Черт, подожди, так. Можно, я думаю, уходить. Просто уходить отсюда. Так. Отлично, отлично, отлично. Так. Так, я не знаю, что здесь ожидать. Так, спокойно, вроде тут тихо тоже. Так, спокойно. Блин. Говно. Так, подожди-ка. Они так многовато хп снимают, я тебе скажу. Очень даже многовато. Вали уже. Все, отлично. Так, ну и, конечно же, можно уже переключаться на пистолет, потому что патронов не осталось. Так, окей. Тихо, 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 тихо. Просто пройдем. Так. Все, мы на месте. Это хорошо. Так, можно сохраниться. Такс, окей. Я так понимаю, нам это нужно положить сюда. Положили ногу в кейс. Так, Саймон. Только аккуратно, я тебя прошу. Мне что-то не нравится. Что-то поезд разогнался как-то не на шутку. Воу-воу-воу. Черт. Боже мой. Боже мой, только не говори, что мы в том перевернутом поезде. Черт, моя сумка. Глава 6, это еще не конец. Какого хрена? Ладно, так, давай-ка сохранимся. Жди, что происходит? Так, выбираемся, скорее выбираемся. Черт, куда идти? Так. Подожди-ка, я что-то прям в заперти какой-то. И как мне быть дальше? Так, подожди-ка. Как мне быть-то дальше? Стоп. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, стоп, это на время еще ты хочешь сказать?
Это еще и на время. Господи, мать твою. Саймон, мы должны выбраться отсюда любыми способами. Так, подожди-ка сюда. Боже мой. Давай. Ну, запрыгивай. Да блин. А куда дальше-то? Стоп. Черт. Поезд, походу, сейчас оборвется. Или как? Или не оборвется? Я не знаю. Боже. Да запрыгивай ты уже. Ага. Господи. Ходячая Блэк, мне замать его. Так, подожди-ка. Я застреваю в текстурках. Я застреваю в сраных текстурках. Так, подожди. Давай, хоба. Хоба. Хоба, 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 хоба. Так, отлично. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Сколько нам еще там прыгать-то? Игра просто издевается над нами. В прошлой серии был ужас какой, дорогие друзья. Просто был самый настоящий кошмар, лютый. Так, стоп. Теперь ты мне предлагаешь куда дальше-то двигать? Сюда? Тихо, 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 тихо. Я тебя умоляю, только аккуратно, я тебя прошу. Так, подожди. Ага. Не-не-не-не-не, стой, стой, стой. Фу. Конечно. Так, ну хорошо, мы хоть знаем, как идти тогда, дорогие друзья. Так, значит, смотри, давай быстро это сделаем. Так, смотри. Ага. Ага. Так, да-да, хватит мне показывать эту касценку. Я понимаю, что поезд в жопу катится. Так. Окей. Тихо, 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 тихо. Вот сюда. Так, мы остановились тут. Давай сюда. Сюда. Иди так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага. Да блин. Так, спокойно. Игра, хватит меня так напрягать уже. Мне ж страшно. Так. Мне ж тоже страшно. Черт подери. Так, давай, я тебя прошу, умоляю, умоляю. Быстрей, 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 быстрей. Давай, Сайма, вставай. Ну, вставай же. Почему ты застрял в текстуре? Дурак, 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 давай, вставай. Я застрял в текстурке, дорогие друзья. Дурацкое, блин. Говно. Ненавижу тебя, поезд. Я реально застрял в текстуре. Короче, понятное. Давай. Давай, Саймон. Саймон, ты чё, опять что ли в текстурку застрял? ну хватит уже, надоело. Эй! Фух, всё? Выбрались? Хвала небесам, хвала небесам. Эй, не, стоп! В смысле? Ты хочешь теперь мне сказать, что мы потеряли все предметы? Все... Отыщите дорогу через лес? Что? Я в шоке, дорогие друзья. У нас ни одного предмета. Остался только дневник. Блокнот, типа. Стоп, у нас ничего не осталось. У нас был нож. У нас был телефон. Мы все потеряли, боже мой. Какого хрена, спрашивается. Но он, типа, сказал, что моя сумка упала. Типа, ну, внутри все разбито. Теперь это бесполезный хлам. Так, погоди-ка, вот это мне уже... пожалуй, стоит взять с собой. Better than nothing, I guess. Так, думаю, это лучше, чем ничего. Так, ну конечно же. Подожди-ка, давай-ка в две руки. Полетели. Куда это мы должны сейчас идти? Куда это мы попадаем? Сохранки будут? Или как? Игра. Какой-то жуткий лес. Чувствуется, мы в нем точно не одни. Подожди-ка. Что это еще за дурацкая стена такая? Так, мы здесь были?
Класс. Теперь у нас нету ни оружия, ничего, просто дурацкий фонарик. Так, получается так, что мы вообще просто в первобытную скатились. Даже в начале игры у нас так не было, хоть был кортик. Так, что это такое? Куда я вообще иду? Дурацкий лес, господи. Потеряться можно. Сейчас мы тут точно потеряемся, дорогие друзья, я вам говорю. Потому что я не понимаю, куда идти. Ну, в принципе, здесь... Так, подожди-ка, идем на свет. Идем на свет. Так, спокойно. Так, если чё, палкой замахнемся. Стоп, я кругами хожу. Я хожу сраными кругами. Так, погоди-ка. Вот этого у нас еще не было. Черт, куда мы вышли? Вышли обратно? Стоп, это не... Это, что за хрень? Подожди. Вышли обратно. Сейчас теперь еще найди путь, как вернуться обратно. Так, подожди-ка. Стоп, хорошо, мы вошли. Окей. Или может мы на верном пути? Нет, поезд он один, поэтому... То есть железная дорога одна... Поэтому это точно где-то здесь должна быть дверь, у меня такое личное ощущение. Вот здесь должна же быть дверь, ну что за... Что за кошмар? Нету двери. Так, значит, идем куда-то в эту сторону. Где-то тут, не здесь. Нет, не то. Подожди, может тут как-то в воде что-то находится? А я не замечаю, может сейчас какая-то шахта, либо что-то. Так, вот это уже странно. Тут есть отогнутая текстурка, и да, дорогие мои хорошие. Я теперь понимаю, в чем прикол. Нам заготовила игра. Так, только сейчас вот теперь еще одна проблема, это попасть сюда. Так. Ах, твою налево. Ну, блин. Вот так. Хорошо, тихо. Что такое? Так. Дверь. Окей, вроде нам сюда. Не знаю, дорогие друзья. Ориентируюсь просто на свое чутье и все. Ориентируюсь тупо на свое чутье. Тихо. Так, да, вот мы забрели, дорогие друзья, в лес. Шикарно! Забрели мы в сраный лес. Только теперь еще найди путь из него. Выход. Каким-то образом. Так, есть еще дверь. Так, сохранка. И да. Великолепно. О, так, хорошо. Давай-ка сохранимся, значит, вот здесь. Так, спокойно. У нас здесь что, какого хрена звуки пиломана? Подобрана дверная ручка. What the fuck? Черт, что? Черт, какое говно, господи, это говно где-то здесь. Так, спокойно. Господи, мы сможем от него сбежать, либо как?
Так. А, блин! Уложил. Фу ты, ну ты, господи. Жесть. Так, хорошо, по факту мы, наверное, должны бежать чуточку вперед. Наверное. Вау. Чуточку сюда. Чуточку левей, правей. Так. Сейчас куда-нибудь да придем. А! А! Тихо, 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 боже! Так, спокойно, спокойно, спокойно. Что делать-то с пиломаном сраным? Боже мой! Какое говно! Так, 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 орущий еще. Так. Подожди, куда идти, куда идти, боже мой? Игра, пожалуйста, подскажи мне! Пожалуйста! Умоляю, куда идти? Я в темном лесу со сраным пилодрысом! Конечно же. Так, у нас показана стрелочка. Так, подожди. Так, походу вперед. Погоди-ка. Черт. Я понял. Вот тут где-то. Вот здесь, где-то здесь. Вот. Давай. Все? Так, где мы? Фух. Господи, помилуйте. Страшно. Капец, страшно. Тихо, тихо, тихо. Что за тварь тут орущая? Обитает. Есть шприц. Шприц, нас игра пощадила немного. Так. То есть вы теперь хотите сказать, что... Ну ладно, хорошо, давай-ка, в принципе, попробуем пройти дальше. Я бы, может быть, сделал бы здесь... Черт подери! Пошла нахер! Пошла нахер! Пошла нахер! Так. Я бы, может быть, сделал бы здесь и... Тихо, тихо, тихо! Понимаю, понимаю, Саймон! Нам страшно, нам пиздец страшно! Так, тихо. Ага. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, может, что найдем еще? Так, здесь... Что, подобраны ножницы, левая часть? Зачем? Зачем, игра, зачем? Это же еще одни очередные загадки. Погоди. Чё? Дверь загорожена большим тяжелым ящиком, мне его не сдвинуть. Так, drop me? Стоп, какого хрена? Подожди-ка, ножницы? А, теперь мне еще нужно сейчас искать ножницы, дорогие друзья, второй кусман. Ой, ну нахрен. Знаете чем? Я пас, дорогие друзья. Я пока что сделаю тупо паузу. Сейчас, если я, конечно, найду отсюда выход. Так, давай, давай, давай. Ах, еще и черт подери. А, во, все, пролез. Отлично. Все, давай-ка сохранимся. Здесь. Все, 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 все. Сегодня пока достаточно. Фух. Всем спасибо за просмотр, котики. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи. Всем бай-бай.